Шаббат шалом, дорогая община. Давайте мы встанем перед чтением Торы. Баруха та Адонай Элогейну мелех ха-олам, ашер бахарбану миколь ха-амим, венатен лану эт торато. Баруха та Адонай натен ха-тора. Благословен ты наш Господь и Бог Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и давший нам свою Тору. Благословен Господь, дающий Тору. Амин. Присаживайтесь, пожалуйста. У нас сегодня прекрасный день. У нас сегодня было прекрасное прославление Бога. У нас сегодня прекрасная возможность встретиться с нашим царем. И мы сейчас продолжим эту встречу на страницах Торы. На этой неделе мы с вами начинаем изучение третьей книги Торы, книги Ваикра, или нам известной книги Левит. Изучаем мы с 1 по 5 главу. И наша недельная глава, она называется так же, как вся книга, Ваикра. Изначально хочу поговорить немножко о самом названии всей книги. Это здесь есть тоже очень интересные моменты. Как мы с вами знаем, в синоидальном переводе книга называется «Левит». И название это взято из Септуагинты и основано оно на том, что, по сути, в этой книге в большей степени говорится о Аароне и его сыновьях, говорится о левитах также. Ее еще раньше, некоторое время назад называли левитской книгой. Но если мы посмотрим внимательно и читаем внимательно, то в большей степени все-таки говорится о Аароне и его сыновьях. Есть даже определенная статистика, которая говорит, что о священниках и их обязанностях упоминается 790 раз. О левитах же говорится 730 раз. О левитах говорится 290 раз. Из них в большей степени, много раз говорится о принадлежности к колену, а не о самом служении. Поэтому в нашем народе эту книгу называют Тарат Кааним или Священнический кодекс. Это как бы ближе отображает действительность написания, того, что написано в книге, потому что действительно говорится больше о священниках. Но я скажу вам так, что такое название тоже, оно может все-таки немножко привести не к правильному пониманию и содержанию всей книги, всего того, что хочет нам сказать Бог на странице книги Левит. И наша с вами глава, она начинается словами «И возвал Господь к Моше и сказал ему из скинии собрания, говоря, объяви сынам Израиля и скажи им». Бог взывает к Моше, чтобы он говорил народу. Да, мы знаем, что следующая глава, она будет говорить непосредственно о том, той части, которую должны будут исполнять священники. Но, опять-таки, это мое понимание. Я думаю, что народ, он также слышал то, что должны будут делать священники. Обращение было ко всему народу. Бог обращается к народу, и если мы с вами немножко вернемся назад, то, вспоминая события у горы Синай, мы должны знать, что изначально в Божьем плане было то, чтобы весь народ был народом-священником, да, вы помните это. Но мы помним, как народ, он не захотел этого сделать. Народ сказал Моисею, лучше ты предстой пред Богом и передавай нам его слова. И именно поэтому это была часть Божьего плана изначально. Я думаю, что Бог знал, что израильский народ не готов весь священнодействовать. Но по этой причине, как говорят толкователи, был введен такой принцип представительства. Это говорят не толкователи, в принципе, это говорит Тора, просто толкователи называют его таким именем, принцип представительства. И именно о чем говорит это
этот принцип, что служение в Мешкане позднее в храме, в месте, которое было ярко выраженным присутствием Бога среди израильского народа, должны были исполнять представители народа. И непосредственно после исхода Господь сказал, что все первородное принадлежит Ему. И именно первенцы должны были быть представителями своего народа перед Богом. Но Господь назначил вместо первенцев для служения кого? Левитов. Мы с вами об этом знаем. Вот книга чисел, 3 глава, 12 стих говорит. «Вот я взял левитов из сынов Израилевых вместо первенцев, разверзающих ложесно из сынов Израилевых. Левиты должны быть мои». Но опять-таки, повторяюсь, это не был идеальный план Божий. Идеальный Божий план, чтобы каждый человек Божьего народа, он был священником и реализовался этот наш, этот Божий план непосредственно уже через определенный период времени в нашем Господе и Спасителе Иешуа Машехе, благодаря которому мы с вами могли войти в это уготованное Богом для нас священство. И как написано, вы помните, в послании Петра первом, что «Вы род избранный, царственное священство». Мы также стали храмом Духа Святого. Нам теперь нет, для нас не нужны посредники, для нас не нужны представители, не нужны предстоятели. Нам надо, чтобы иметь отношение с Богом, чистые сердца. Благодаря жертве Иешуа Мессии мы можем иметь возможность быть в Божьем присутствии, но мы нуждаемся в чистых сердцах. Иешуа во время своего земного служения в Нагорной проповеди, он говорил, «Чистые сердцем Бога узрят». А достигается эта чистота, опять-таки, через понимание нашей святости, которую мы имеем в Иешуа Мессии. Это понимание, оно двигает нас в нашей жизни, в нашем пути к постоянному освящению. И как написано в книге Откровений, в 22 главе, на хорошо нам известные слова, 11 стих, «Святый да освящается еще». Бог призывает нас к святости. И основная, центральная тема книги Левита, она как раз и есть святость. Через всю книгу мы видим, как проходит Божий призыв к его народу: «Будьте святы, ибо я свят». И этот призыв ко всему народу, это призыв не идет какой-то к определенному сословию или только лишь священников. Бог призывает к святости весь народ, не только представителей. Поэтому я думаю, что в большей степени все-таки действительность будет отображать название именно «Ваекра» и «Возвал». Бог взывает своему народу. Начинается новый этап отношения Бога с его народом. Во-первых, Бог, он исполняет данное им обещание, что он будет открываться теперь над крышкой ковчега. Это первое. Дальше мы видим, что этот этап отображает то, что народу открывается святость Божия. Отношение народа с Богом идет через понимание святости Божией и понимание того, что в Божьем присутствии может быть только лишь святой народ. Наша глава говорит нам о жертвах. Как мы знаем, кто читает, кто следит за Торой, говорится о жертвах. Представлены 5 основных видов жертвоприношения. Конечно, они делятся на подкатегории, но так 5 основных видов. И как мы знаем, жертвоприношение было основным действием, производимым в скинии, которое как раз напоминало израильскому народу о нужде в Боге и нужде Божьего прощения. И еврей, приходя в Мешкан, в храм, он понимал, что он это место обитания Бога Израиля. Он понимал, что ему надо эта встреча. И человек шел в храм с целью приближения к Богу, с целью приношения жертвы, которая может его приблизить к Богу. Но
Опять-таки, на этом уровне, уже в книге Левит, начинается новый уровень этих отношений, потому что если раньше мы с вами видим, что жертвы приносились, где человек желал и как желал, то здесь даются уже определенные определения, как это сделать. Бог определяет, как должно все происходить. Он ставит определенные условия. И это не были только такие ритуальные условия, что надо сделать то-то, то-то и то-то. Нет, в них, в каждой из этих жертв заложен глубокий духовный смысл. Мы с вами, ну, во всяком случае, когда я комментировал, мы рассматривали некоторые из этих жертв. Поэтому я сегодня хочу поговорить в другом направлении. Обязательно в этом действии должно было быть сердце человека. Человек должен понимать, что он делает, для чего он это делает. И вы знаете, мы помним, что были не сильно светлые времена для израильского народа, когда Бог устами своих пророков, он обличал народ, говоря о том, что ваши жертвы неугодны мне. Я зачитаю некоторые из них, Иеремия 6 глава 20 стих. «Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне». Амос 4 глава 4 стих. «Идите в Вифиль и грешите, в Галгал и умножайте преступления. Приносите жертвы ваши каждое утро, десятины ваши, хотя через каждые три дня». Господь говорит, вы можете делать это, но если вы грешите, нет в этом смысла. Это не очень приятные слова. И становится понятно, что опять-таки в жертве, самой жертве не участвует только лишь животное. В жертве должно участвовать сердце человека, которое приносит эту жертву. И сердце, которое любит Бога и которое готово жить сообразно тому, как Бог к этому призывает свой народ. И читая нашу недельную главу, мы можем видеть определенный порядок. В каждой жертве есть определенный порядок того, каким образом она должна была приноситься. И я хочу поделиться с вами. Я отметил четыре такие основные пункта, которые актуальны и в наше время. Смотря на эти эти моменты, мы можем взять что-то для себя. Они очень простые. Вы скажете, многие мы знаем, но именно простое – это то, что очень важно. Иногда нам свойственно забывать простые вещи, но иногда нужно к ним вернуться, чтобы понимать. Пункт первый. Изначально человек, принося жертву, он должен захотеть эту жертву принести. И как мы читаем, ну, глава начинается: «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас захочет принести жертву Господу». И это должно быть действительно желанием человеческого сердца приблизиться к Богу. Так определено, что Бог нас создал, создавая по своему образу и подобию, Он сделал нас людьми со свободной волей. И Он не заставляет нас делать какие-то вещи, Он дает нам право выбора делать этих вещей. И даже предлагая систему жертвоприношений, Бог говорит, если кто захочет. Первое, что мы должны, это хотеть. Хотеть быть близки к Богу. Второй момент, это жертву нужно приносить в определенном месте. Тогда этим местом было скиния, место Божьего обитания, написано в 3 стихе, пусть приведет ее к дверям скинии собрания. Нельзя было приносить жертву где хочешь. Жертву надо было приносить в определенном месте. И вы знаете, в наше время такое место тоже существует, где мы приносим духовные жертвы, где мы приносим наши покаяния. Это наши с вами сердца. В 1 Коринфянам 6 главе 16 стихе написано: «Ибо вы храм Бога живого. Как сказал Бог, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом». И, например, для того, чтобы сейчас покаяться, что нам надо сделать? Нам надо принести покаяние, принести у дверей скинии, у дверей, которые являются наши сердца. Нам покаяние, которое на ходу, когда ты бежишь, говоришь, о, сделал что-то неправильно, Боже, прости меня, я думаю, это не будут двери скинии. Это будет где-то за внешним двором, а возможно и за станом. Мы должны отыскать Бога в своем сердце, потому что мы хотим приближения к Нему.
И это очень важный момент. Мы можем сказать, я хочу дождаться шаббата, где братья и сестры все вместе, больше выражено присутствие Божие. Но вы знаете, в 99% скажу вам, что, как правило, до шаббата мысли о покаянии, они забываются. Но даже если они не забываются, то в любом случае, придя сюда, на это место, вам надо будет принести эту жертву в своем сердце, придя, найдя Бога в своем сердце. Потому что покаяние от сердца. Вы знаете, сейчас в наше время еще распространенный такой в христианстве момент есть, как так его называют, спиритуализм. Это такое жизнь в полете Святого Духа. Это хорошо, когда мы водимым Духом Святым, но момент того, что люди как бы в этом полете забывают о том, что Бог помещает человека в определенное место. Нас с вами Он посетил в общину Орхамашеях. Да, естественно, мы служим людям вне общины, мы служим всем людям, но человек, который понимает свою ответственность, свою часть среди Божьего народа, он будет служить по местной общине. Это часть, то, которую мы не должны забывать в нашем служении. Следующим пунктом является, мы читаем, «возложите руку свою на голову жертвы». И делая такую вещь, человек отождествлял себя с приносимой жертвой в случае жертвы за грех и жертвы всесожжения, а в случае мирной жертвы вот, это действие оно сопровождалось благодарностью, молитвой. И в любом случае все это происходило через размышления. Это могло происходить ритуально. Подошел, возложил, ни о чем не думая, сделал то, что нужно, но это не то, чего ожидает от нас Бог. Бог ожидает сердце. И если человек понимает свою нужду в прощении, то те жертвы, которые он делает, они будут благоугодны Богу. И если раньше израильский народ, он отождествлял себя с убиенным животным, то в наше время мы делаем все через призму Иешуа Мессии, того светлого, чистого Агнца, который умер за грехи всего мира. И когда мы приносим наши мирные жертвы, жертвы благодарности, мы благодарим Бога за спасение. Израильский народ, как мы с вами знаем, он стал ключевым участником в Божьем плане спасения. Сегодня к этой части присоединились также все уверовавшие в Иешуа Мессию. Евреи и неевреи, соединенные в теле Христовом, и мы имеем ту же цель в Божьем плане. Это распространение Божьего Царства. Как написано, Бог хочет, чтобы никто не погиб, но все имели жизнь вечную. И в этом плане, друзья, у каждого из нас есть своя часть, своя работа, своя ответственность, которую мы должны делать. Нельзя обманываться, думать, что служить должны только служители, там, лидер домашней группы, пастырь и его помощник. Нет, каждый из нас, он должен служить Богу. Мы все вместе должны с вами приносить жертвы хвалы. Мы все вместе должны участвовать в распространении Божьего Царства. И поэтому мой призыв к тому, чтобы мы с вами всегда помнили, что наш Спаситель, Он святой Израилев. Он ожидает от нас, чтобы мы были святы, как и Он святый, чтобы мы шли путем освящения. И этот путь освящения в Иешуа Мессии. И на этом пути каждый из нас, он должен брать на себя ту ответственность, на которую на него возлагает Бог. Спасибо большое за внимание. Барух Ашем.